Главный областной праздник в рамках благотворительного марафона «Наши дети» накануне состоялся в Слуцке. Одно из самых зрелищных и масштабных мероприятий объединило более 700 малышей со всего центрального региона. Это дети из многодетных и приемных семей, воспитанники из социальных приютов. Приглашение получили также кадеты, молодежные активисты и талантливые и одаренные школьники. С начальной школы еще занимался информатикой активно. То есть ходил на кружок по программированию, ну, начал участвовать в конкурсах, научно-практические конференции, второе место районное, Патриот Бай на области третье место. Ну, вот за эти заслуги, в принципе, я тут нахожусь. Я занимаюсь танцами, джаз-фанк. Мы ездим на множество конкурсов разных, занимаем места. Вот, именно поэтому я попала сюда. Мне очень нравится здесь, тут очень красиво, все хорошо, красиво украшено. Настроение замечательное. Особо мне очень понравилось то, что огромное количество аниматоров, которые здесь присутствуют. А также понравилось, как организовано, какие виды занятий имеются, а также большое разнообразие подарков. Я хочу всем пожелать в этот Новый год всего самого лучшего и всем хорошего настроения. Каждый год мы приезжаем в новый город. Был Борисов, был Молодечно, сегодня Слуцк. И то есть это на самом деле вот для этих городов большая честь принимать вот наших ребят, потому что это на самом деле одни из лучших ребят нашей области, которые сегодня показывают достойные результаты в учебе, хорошо себя ведут. Вот эта атмосфера праздника, она должна быть у каждого ребенка, да, наверное, не только у ребенка, а у взрослого. Каждого. Открыли праздник шествием Дедов Морозов и Снегурочек. На площадке у городского дома культуры работали также интерактивные площадки с играми, квестами и танцами.